Вам надо изменить способ авторизации. Для этого переходите по ссылке Login Beeline.ru, вот по такой. Там вводите логин и пароль. У меня уже не переходит, потому что я уже залогиненный. Потом открываете настройки своего роутера. У вас раньше стояло вот это, L2TP. Ее выключаете, снимаете здесь галку и здесь сохранить. А вот это будет у вас с крестиком. И вы вот тут ставите галочку. Тут и тут. И тоже сохранить. И все, перезагружаете роутер. Должно все заработать и скорость подымется. Всем пока.